Всем привет, друзья! С вами Форса, и в данном видео мы разберем билд на Сорку через метеориты. Использовать мы будем уникальную диадему упавшей звезды для того, чтобы у нас вылетало больше метеоритов. Основная задумка при создании этой сборки была, чтобы мы не тратили ману и у нас был 100% крит. На метеориты есть неплохие аспекты. Когда вы применяете основные умения или умения категории искусность при уровне маны не ниже 100, вероятность критического удара повышается на 40%. И как раз метеориты у нас в категории искусность. То есть мы нажимаем метеориты, и они всегда у нас с дополнительным крит-шансом. А остальные 60 крита мы добираем с помощью вещей. В нашем случае ботинки фамильные наследие Эсу. То есть в максимальной версии мы имеем 100% крита. Также второй неплохой аспект на метеориты дает увеличенный крит урон 60%. Если враги с большим запасом здоровья, этот шанс удваивается. То есть мы получаем бонус, дающий нам еще больше крит урона. И третий аспект на метеориты тоже хороший. Помимо самих метеоритов, еще вылетают дополнительно кометы, наносящие 30 урона при попадании. Кометы также поджигают пораженных противников, нанося урон. Плюс бонусом к этому в чарах мы используем чара метеорит, который также при удачных ударах на противников с вероятностью 10% обрушивается метеорит. То есть мы спамим метеориты, и если удачный удар, также падают еще дополнительные метеориты. Плюс удачный удар также прокает сгорение. То есть помимо основного урона от метеоритов, они еще поджигают врагов, и с этого тоже прокает удачный удар. Давайте быстренько пробежимся по билкам, которые я здесь использую, чтобы примерно понятно было, что как работает. На единичку у нас стоит ледяной доспех, он дает нам дополнительную защиту в виде барьера. Он в основном используется для деф. На двойку у нас стоят ледяные клинки. Когда они наносят урон по противнику, они делают врага уязвимыми на 2 секунды, и также обновляют время восстановления всех наших абилок, включая самих себя. На тройку у нас сам метеорит. За счет шапки диадема упавшей звезды мы можем применять его 2 раза, и он бесплатный. На четверку у нас пламенный щит, он просто дает нам бессмертие на 2-3 секунды и также дает нам полный иммунитет контролю. На шестерку у нас стоит кольцо льда. Кольцо льда нам просто нужно для заморозки врагов, когда мы влетаем в пачку, и оно также накидывает на врагов уязвимость. И на правый клик у нас стоит телепортация, скилл для передвижения, и после телепортации мы получаем на 30% меньше урона в течение 3 секунд. То есть она также дает нам дополнительный деф. В чарах мы используем чары ледяные клинки. Когда у вас восстанавливается умение, вы раз в 33 секунды призываете ледяные клинки. Здесь написано раз в 33 секунды, но механика немножко другая. Она похожа на механику гидр. Когда мы нажимаем абилку с кулдауном, у нас появляется некий счетчик. Умение с временем восстановления. И когда этот счетчик доходит до значения 33, у нас появляется еще один клинок. Вот у нас их уже 2. Это работает на все абилки с временем восстановления. И у нас как раз они все с временем восстановления. То есть когда мы используем любую абилку, этот счетчик у нас набирается. И суммонится автоматически ледяной клинок, который параллельно восстанавливает все наши абилки, когда наносит урон. Во вторых чарах у нас стоит метеорит. При удачном ударе дополнительно прокает метеорит любым скиллом, даже телепортом. То есть, когда мы используем телепорт, прокают метеориты. То есть, помимо основных проков с самого метеорита, также с других абилок, при удачном ударе у нас также дополнительно будут падать метеориты. Сам геймплей выглядит примерно так. Мы влетаем с блинком в пачку, чтобы получить бонус 30% понижения урона. Нажимаем шестерку кольцо льда, всех замораживаем. И начинаем спамить метеориты, параллельно всегда прожимая ледяный доспех и ледяные клинки. Также, если какая-то опасная ситуация, либо какая-нибудь там взрыв, лужа и прочее, вы можете нажать четверку. В принципе, если не хотите особо заморачиваться, можете спамить все подряд, так как каждое прожатие абилки с кулдауном будет призывать дополнительный клинок. Из каждого такого клинка у нас время восстановления наших абилок уменьшается. То есть мы суммоним, как вы видите, очень много этих ледяных клинков, и они все нам восстанавливают кулдауны на наших абилках. То есть у нас гораздо быстрее откатывается и бессмертие, и телепорт, и Нова, и фростшилд, ледяной доспех. То есть все абилки у нас откатываются очень и очень быстро. Плюс со всего этого у нас идут триггеры дополнительного метеорита, который падает с неба. И геймплей получается довольно-таки быстрый, кайфовый, потому что мы можем очень быстро нажимать все абилки. При этом самая главная особенность данной сборки — то, что у нас ни на что не тратится мана. А за счет аспекта мы получаем еще 100% крит, так как при мане выше 100 у нас дополнительный крит шанс. Я думаю, по геймплею более-менее понятно, вы точно не запутаетесь. Если вы прям новичок, просто фигачите все подряд,
и у вас будет все хорошо. Особо не всматривайтесь в кулдауны. Главное, для подстраховочки можете держать пламенный щит. Ну, на всякий пожарный. Вдруг там заблочит вас, либо не успеете что-нибудь на кулдауне, будет телепорт. Не успеете отойти всегда, можете нажать бессмертие. Но помните, что вы можете его нажимать, так как само бессмертие у вас тоже будет довольно-таки быстро откатываться. Плюс, когда мы получаем эффект неудержимости, за счет штанов Тиба мы наносим на 40% больше урона. Эффект неудержимости дает нам как раз четверка, пламенный щит, идет бонусный урон, и также телепорт. Этот бонус со штанов длится 4 секунды. То есть, когда мы нажимаем телепорт, мы каждый раз получаем этот бонус. Давайте подробно разберем дерево талантов, что мы здесь используем и для чего это нужно. Два таланта у нас кидается в стрелу огня. Этот талантик проходной, чтобы добраться дальше. Но она также будет использоваться при убийстве Уберлильда. Об этом я вам расскажу чуть позже. Три таланта закидываем в надежные обереги. Они дают нам дополнительные максимальные резисты. И также 9 всех резистов. То есть, каждый раз, когда мы нажимаем обилку с какой-либо стихии, ледяная, огненная, либо молния, наши максимальные резисты увеличиваются. Плюс этот талантик хороший на раннем этапе, когда вы не собрали еще все шмотки и резистов у вас недостаточно. Один талант опустошения и три таланта власть над стихиями. Этот талант дает нам бонусный урон, если при применении умений у вас больше 50 маны. А так как мана у нас бесконечная, этот талантик работает всегда. Перейдем чуть правее. Один талант закидываем пламенный щит, один талант телепортация, один талант усиленная телепортация и один талант переливчивая телепортация. Три таланта закидываем в хрупкий разрушитель, один талант единства со стихиями. Критические удары с вероятностью 5% сбрасывает время восстановления умения категории защиты. То есть каждый раз при критическом удачном ударе одна из этих обилок у нас будет восстанавливаться. И мы сможем нажимать ее повторно. Далее один талант ледяной доспех, один талант кольцо льда, один талант усиленное кольцо льда и талант таинственное кольцо льда. Далее перейдем чуть ниже. Три таланта закидываем точная магия, один талант ледяные клинки, один талант усиленные ледяные клинки и один талант призванные ледяные клинки. Три таланта мастер колдовства мы наносим на 3% больше урона за каждый активный эффект колдовства. То есть за каждый такой ледяной клинок мы будем наносить на 3% больше урона. Один талант баланс стихий и три таланта защита. Далее перейдем чуть правее. Основное наше умение метеорит, и сюда мы закидываем 5 талантов. Один талант усиленный метеорит и один талант метеорит мага. Далее 3 таланта внутреннее пламя, 3 таланта всепоглощающее пламя и один талант увечащее пламя. Далее перейдем чуть ниже. Один талант вечная мерзлота и 3 таланта изморозь. Мы наносим на 18 больше урона окоченевшим противникам и на 36 больше урона замороженным. Замораживаем мы практически всегда новый, а окоченение накидывает наш миньон. Один талант вспышка огня, один талант нескончаемое сожжение и три таланта тепло. Так как горение мы накидываем на всех врагов вокруг, этот талант дает нам очень много регена здоровья. И финальный талант у нас берется свирепость S. А теперь вкратце, что мы делаем, когда идем сражаться с Уберлилит. Первое, что мы делаем, скидываем три таланта на новую, она нам на ней не нужна, и закидываем в ульту. Это глубокая заморозка. И далее меняем стрелу огня на чары ледяные клинки. Они нам тоже на ней не нужны. Стрела огня даст нам дополнительные проки нашего кольца, и Уберлильд будет убиваться гораздо быстрее. Также, естественно, на панельку ставим нашу ульту. Это делается для того, чтобы просто было более комфортно при сражении с Уберлильд. Так как у нас есть бессмертие на четверку, скипать ее различные атаки. Если что-то критичное, мы нажимаем заморозку, оно нам тоже дает бессмертие. И когда заморозка заканчивается, у нас все обилки обновляются. То есть мы также повторно можем нажать пламенный щит. То есть у нас получается 3 обилки на бессмертие. Если вы новичок и, например, пойдете первый раз сражаться с Уберлилит, вам будет так гораздо проще. Но в самих подземельях и на обычных боссах, либо на убербоссах, используем стандартную вариацию. То есть возвращаем сюда ледяные клинки и также возвращаем новую. Ультишку мы берем только для Уберлилит. И такой вариацией играется намного комфортнее и быстрее. Давайте рассмотрим нашего конструкта, которого мы используем. Основной скилл, которым он дамажит, это буря. Время применения 0,8 секунд, и наш конструкт атакует очень быстро, и за счет этого камни поддержки прокают очень быстро и часто. Первое, что мы здесь используем, поддержка защита. Связанное умение уменьшает получаемый вами урон на 12-3 секунды. Вторая поддержка раскол. Урон от связанного умения мгновенно уничтожает активные вражеские барьеры, а также с вероятностью 100% делает противников уязвимыми.
Но поначалу, если у вас не набрано много крит-шанса, вы можете использовать камень поддержки эффективность. Нанося урон, связанное умение отмечает цели на 3 секунды. Когда вы атакуете эти цели, ваша вероятность критического удара повышается на 13. То есть поначалу, если у вас крит-шанса еще немного, вместо него вы можете поставить камень на крит-шанс. Но когда уже соберете полностью, ставите поддержка раскол. И третий камень поддержки – мороз, то есть тем самым наш миньон накидывает окоченение на врагов и увеличивает наш урон. Второй основной камень – у нас используется адреналин. Это очень хороший бонус по урону. С ним камни поддержки. Поддержка тактика ускоряет восстановление связанного умения. Второй камень поддержки – продолжительность, то есть у нас получается длительность бафа 12 секунд и время восстановления 12 секунд. И третий камень поддержки – укрепление. Когда конструкт синишаль применяет связанное умение, вы получаете укрепление. Если у вас уже есть уникальные камни, то естественно генезис мы ставим сюда вместо укрепления, а вечная ночь мы ставим вместо раскола. Давайте кратенько покажу доску парагона, которую мы здесь используем. Подробно вы сможете всю доску парагона посмотреть целиком по ссылочке в описании к видео. Вначале мы ставим символ тактик, дальше переходим чуть вверх, берем доску парагона мастер чар и ставим символ бастион. Переходим чуть левее. Доску парагона берем пылающий инстинкт, символ ставим разрушение. Переходим чуть вверх, доска парагона опаляющий жар, символ ставится контроль. Далее переходим чуть правее, доска парагона смерть во льдах, символ ставится чары. И финальная доска парагона, берется призыватель стихий, символ ставится защита границ. Тут, в принципе, тоже на самой доске парагона все просто, каких-то основных особенностей нету. Постарайтесь первым делом взять все символы и легендарные узлы. А дальше уже берем все остальные таланты. Давайте перейдем к вещам. Какие статки на них в приоритете и какие уники мы используем. Также посмотрим все аспекты. Шапка у нас используется диадема упавшей звезды. На ней статки стараемся искать повыше, а сам кулдаун на метеорит, время восстановления, стараемся искать поменьше. В идеале 6 секунд. Броня у нас используется желтая, вы получаете 5900 единиц брони, но время восстановления ускользания продлевается на 100%. На мой взгляд, этот аспект очень классный и лучше, чем процентное увеличение брони. На самой броне важные статки. Процент к общей броне, уменьшение урона от противников на расстоянии, уменьшение урона от противников вблизи. И четвертая статка, либо к максимальному здоровью, либо просто уменьшение урона. Перчатки у нас обычные желтые. На них аспект. Вокруг метеорита падают кометы, наносящие еще 30% урона при попадании. Кометы также поджигают пораженных противников и наносят дополнительный урон от горения. Этот аспект дает очень много урона, поэтому постарайтесь намазать его в первую очередь. Важные статки на перчатках, плюс ко всем характеристикам, плюс к скорости атаки, к вероятности критического удара и к вероятности удачного удара. Штаны у нас воли Тиба, тут естественно все циферки ищем побольше. И самый главный бонус это 40% увеличения урона. Ботинки у нас фамильное наследие Эсу, на них очень классные статки, это много скорости передвижения, бонус критическому урону и основная особенность этих ботинок, то что вероятность критического удара повышается на 30% от бонуса к скорости передвижения. То есть получается, чем выше у нас скорость передвижения, тем больше у нас будет крит шанса. И каждый раз, когда мы нажимаем рывок, на 3 секунды мы получаем бонусный крит шанс. Так как вверху, на ботинках, ускользание повышает скорость передвижения на 75 на 3 секунды. Оружие у нас используется жезл, так как он дает к вероятности удачного удара. На него мажется аспект, когда вы применяете основные умения или умения категории искусность при уровне маны не ниже 100, вероятность критического удара повышается на 40%. И метеорит у нас как раз из категории искусность. То есть всегда, когда мы кастуем метеорит, он будет с бонусным крит шансом. Важные статки на оружие, ко всем характеристикам, к интеллекту, критическому урону и к урону, наносимому уязвимым противникам. Амулет у нас также желтый, на него Марс аспект увеличит критический урон, наносимый метеоритом и огненным шаром на 60%. Этот бонус удваивается для цели с большим запасом здоровья. Важные статки на амулете – это уменьшение урона, время восстановления сокращается, плюс 3 к уровню всех умений категории защита, плюс 3 к уровню пассивного умения изморозь. По поводу вот этих пассивных умений на амулете, смотрите, вместо плюс 3 к уровню умений категории защита, вы можете добавить всепоглощающее пламя, тогда у вас будет еще больше урона. Первое кольцо у нас ржавая печатка с фала, на нем значение ищем повыше,
И основная его особенность – ваши эффекты периодического урона с вероятностью до 50% вызывают взрыв, наносящий ближайшим противникам 41 тысячу урона. Второе кольцо у нас переливчивое кольцо Талраша, здесь также ищем значение повыше. И основная особенность колечка – когда вы наносите урон разными стихиями, ваш урон увеличивается в идеале на 15, на 4 секунды за каждую стихию. То есть в нашем случае мы будем наносить еще 45 бонусного урона после применения различных стихий. Это колечко также дает нам очень много урона. Из средоточия мы также используем желтое, на него Марс аспект. Пока вы защищены барьером, вы наносите на 25 больше урона. И важные статки на средоточие: к вероятности критического удара, к вероятности удачного удара, время восстановления сокращается и четвертая статка на ваше усмотрение. В моем случае здесь к вероятности критического удара по противникам с низким уровнем здоровья, но вместо нее можно либо дополнительно ко всем характеристикам, либо плюс к интеллекту, либо восстановление здоровья при убийстве врагов. В общем, четвертая статка на ваше усмотрение, можете ролить любую. В основные вещи мы вставляем красные самоцветы, в оружие мы вставляем зеленые самоцветы, а в бижутерию мы вставляем черепушки, дающие нам дополнительно броню. На мой взгляд, сборка получилась прям суперская, играется на ней очень кайфово, старался ее сделать так, чтобы она была по геймплею близка к ледяной сорке, которая через Blizzard. Чтобы можно было также максимально челово врываться в паки, особо не напрягаясь, кастовать, при этом был хороший урон, хороший деф и хорошая мобильность. Надеюсь, ребятки, данная сборочка вам понравится, если это так, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, черканите комментарий, если вдруг какие-то вопросики, либо просто хотите оставить приятный комментарий, мне будет очень приятно. Также, ребятки, не забывайте про бустик, на нем очень много дополнительного контента, все гайды там выходят раньше, также в личку я ребяткам там помогаю с билдами, подсказываю, отвечаю на всякие вопросики, и буду рад всех там видеть. Ну а с вами был Форса, всем спасибо за просмотр, и до встречи в следующих видео, пока-пока!